В районе разлома Сан-Андреас, пересекающего Калифорнию, за одну неделю было зафиксировано 134 землетрясения, 17 толчков из которых были сильнее 2,5 баллов, еще 6 – сильнее 3 баллов. Магнитуда самого сильного сейсмического толчка составила 4,6 баллов. Геологическая служба США предупреждает, что в ближайшие недели нужно готовиться к еще большему количеству авторшоков. По словам экспертов, несмотря на отсутствие разрушений и пострадавших, серия землетрясений может говорить о нарастании напряжения, которое увеличивает шансы на колоссальное землетрясение в регионе за всю его историю. И если это случится, то ущерб и число жертв от этого землетрясения будут катастрофическими. История учит, что отсутствие единения человеческого общества на духовно-нравственных основах и совместных действий людей на планете, континенте, регионе в отношении подготовки к крупномасштабным катаклизмам и бедствиям приводит в результате к уничтожению большей части этих людей. А выжившие умирают от неизлечимых болезней, эпидемий, самоуничтожения в войнах и междоусобицах, в борьбе за источники жизнеобеспечения. Беда, как правило, появляется внезапно, порождая хаос и панику. Только лишь заблаговременная подготовка и единение народов мира перед грозящей природной опасностью дает человечеству большие шансы на выживание и совместное преодоление трудностей в эпоху, связанную с глобальным изменением климата планеты. В помощь ученым и всем нам для глубокого изучения процессов, происходящих в микро- и макромире, вышла видеоверсия доклада «Исконная физика АЛЛАТРА». Знания исконной физики АЛЛАТРА помогают понять, что такое этот мир, из чего он состоит и какие реальные процессы в нем происходят не на уровне видимого мира, а на уровне элементарных частиц. Последние исследования международной группы ученых Международного общественного движения АЛЛАТРА показывают, что обладая знаниями исконной физики АЛЛАТРА, обществу под силу успешно минимизировать степень разрушительного действия стихии, сохраняя при этом самое ценное – жизни людей. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Подписывайтесь также на наш канал и будьте в курсе происходящих климатических событий в мире.